По замыслу Министерства транспорта Российской Федерации, бесплатный проезд в общественном транспорте можно ввести при внедрении механизма «Пользователь платит» с расчетом на стимулирование использования общественным транспортом. Как это будет в реальности выглядеть, достаточно сложно сказать. Можно свести эту идею в финансовом плане. Сделать сумму, собираемую за пользование дорогами, примерно равной той сумме, которая сейчас является выручкой операторов общественного транспорта. Ожидается, что этот механизм поспособствует увеличению финансирования транспортной инфраструктуры и сократится использование личного транспорта в крупных городах. Пользование личным транспортом является достаточно дорогим удовольствием, с учетом необходимости оплачивать страховки, техосмотры, штрафы, топливо и так далее. А если сделать еще и дороги платными, очень многие люди откажутся от пользования транспортом, по крайней мере, будут пользоваться им не так регулярно. Мы узнали мнение жителей Казани о новом проекте Минтранса. Вышел вот такой закон, вообще было бы классно. Катаюсь на общественном транспорте, так что для меня это хорошо. А почему должны водители оплачивать проезд другим людям? Лично я думаю, что это не самое мудрое решение, но то, что, например, студентам бесплатный транспорт, нам было бы как в пользу. Вот. А то, что водить машину, и так, мне кажется, дорого довольно, бензин и так далее, не дешевый. Татьяна Ефремова, Кристина Надыршина, Ленар Давлетьяров, Универ Ньюс.